Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы, Всадники, Олуха. Второй день, 10 миллионов рыбы я забрал. Так, итого 382 миллиона, то есть я могу сейчас отправить кого-то на поиски. Естественно, железо, что же еще? Так, стоп, подожди, Беззубик. Я открыл, а забрать-то не забрал. Ну что, сегодня у нас событие должно быть. Кстати, академка. Давай-ка мы глянем, она должна, по идее, у нас прокачаться. Да, друзья мои, академка, наконец-то мы ее прокачали. Ёк-макарёк. И теперь наши драконы смогут получать здесь 112 уровень, если кто не знал. Так, 225 миллионов, да, нужно, тебе не хватает. Ветрокрыл, я вижу, что тебе не хватает. Здесь на выпадает. О, 150 лямчиков, еще рыбы нам подкинули. Итого 500. Плюс древесина, за древесину мы тебя отправляем. Тебя, наверное, я пока отправлю за древесиной. Также гром или отправим туда же. Ну что, охламоны, что вы мне принесли? Так, сарделька первая. И выпадает что у нас? Давай-ка крутанем рулетку. Че, руны что ли? 4 штучки. Ну что, грубо говоря, он возместил свои затраты. Поэтому сразу же его отправляем в следующее приключение. Так, барсик. Ну, барсик здесь шестеренки. Это понятно, тут уже не надо даже думать. Блин, 125 тусклого янтаря. Выберите тропу приключений 10 раз. Расскажите остальным. Бесплатно. Грамгильда, переезд. Опять же, бесплатно. Здесь у нас пак созрел, давай мы откроем. Обычный, ничего тут выдающегося не будет. Крылатый ужас, шторморез, древоруб, водорез, все. И сразу же ставим следующий на открытие. Так, без зубика, давай-ка мы с тобой, наверное, опять же отправим на поиски одно древо. Пускай оно выищет. Бесплатно, естественно. Чтобы нам слишком много здесь не тратиться. Так, сколько тебе нужно, чтобы прокачать тебе, например, 101 уровень? Ё-моё. Да, это дорогое удовольствие. Тут, друзья мои, уже идет выбор. Либо нам прокачивать драконов, а нам их нужно прокачивать. Либо древесину, да? Подожди-ка, для того, чтобы прокачать нам нашу 90, да, нужно... Так, 90. Да не буду я здесь ничего брать. Вот это вот возьмем. И, пожалуй-ка, пока здесь все. 90 железа. В данный момент у меня вместимость соточка. 100 железа, друзья мои, я могу вместить. 300... Блин, опять не хватает. Кревет. Куда бы мне рыбу-то потратить? Давай вот сюда вот. Лети. Так, забираем здесь рыбу. И здесь то же самое. 229 миллионов. А нужно 360. А нужно 360. Так, а ты что сидишь-то? Давай, иди. Буйволор тоже тут почему-то отдыхает на расслабоне. Не знаю, в чем проблема. Так, у нас еще есть кто? Модификрылка? Вперед. Ну, что ты мне здесь? Ну, почему тусклый янтарь? Блин, почему-то мне кажется, что сейчас именно тусклый янтарь мне и выпадет. Сколько железа? Только не два, лишь бы не два. Три. 150 не выпало, но выпало тебе три. Лети, обучайся. Ну что, в приключение его отправляем дальше, да? Пускай летит. Так, кто-то мне сказал, Рэй, ты забываешь прокачать своих вот этих дракошек. Ребят, я не забываю их прокачать. Просто у меня же академка была на прокачке. Поэтому они обучаться не могли. Теперь можно их спокойненько отправлять туда дальше прокачиваться. Но нам как бы в приоритете 112 уровень нужно получать. Так, снеговика найти и обезвредить. Все. Так, давай здесь заберем с тобой задачи все эти. Раз. Два. И у нас еженедельная, да, получается? Еще 50.
Не хватает буквально чуть-чуть, чтобы получить следующую нам награду. Так, ну что, пробежимся по нашим драконам. Сейчас, кстати, по-моему, мы с тобой получим еще. Или не получим. Так, стоп, пока здесь бегаем. За рыбой. Так, тебя, наверное, лучше за древесиной отправить. И тебе тоже. Ага, все, тогда за рыбой лети. А ты чего тут жмешься, стоишь? Ты лети за рыбой. А вот тебя-то мы отправим как раз за железом. Ой, ну да, за железом, все правильно. Так, здесь забираем древесину. Блин. Ну вот мы с тобой и получили, да? Значит, награда сейчас будет у нас в кармане. Так, а в награду что там идет? Угу. 500. А сколько нужно вообще? Это только сейчас выпал 500? 7500, ребята. 23 дня. Благословение. Я что-то как-то сомневаюсь. Блеск и искра. Ничего себе. Остер и дик. Жгучий искр. Да, цены, конечно, там, мам, не горюй. Ну что ж, давай откроем с тобой бесплатный пак. Так, это монетки. Шторморез, кревет, крылатый ужас. Понятно. Сразу же следующий. Открываем. Отказаться. Ну-ка. Так, монетки забрали. Пак открыли, но... Как бы... Ага, смотри, даже железо выпало, прикинь, одна штучка. Хе-хей. Откройте два набора карт. Да, открыл я два набора карт. Давай сюда. Награду. Ну что, остается нам только лишь... Погоди-ка. Остается нам с тобой сейчас, в данный момент... Идти... На событие. Оно, по идее, должно уже, ребята, откатиться. По всем законам. Происшествие. Похищение драконов. А здесь что? В плане. А, нет, это через 12 часов будет. Вот, угроза. Злобные вандалы. Давай-ка глянем, короткое или большущее. Ой, ой. Друзья мои, большущее. А в конце что за награда? Пак. Редкий. Ох, ну что же. Была не была, пошли. Будем с тобой как можем проходить. Ну, тут явно, наверное, на 2-3 дня. На 3 дня, наверное, скорее всего. Так, 2 волны. 15 уровень, что одного, что другого. Ну, начну, конечно же, я с этого партизана. Он такой интересный раскрас. Какой-то новенький, да? Я такого что-то не помню. Не, я видел. Но, опять же, это сородич этого Кривоклыка, 100% тебе говорю. Так. Если мы... Давай, наверное, вот так вот сделаю все-таки. Здесь просто укус. Кого он будет бомбить? Угу. Здесь делаем укусик. Двойная атака. И можно, в принципе, хильнуться. Так, здесь у нас крылатый ужас появился. Ну, здесь, наверное, сразу же с брони снятие начнем. В минус. Ну, тут 14-15 уровень, поэтому, ребята, они так легко пока разбираются. Хоба. А мы уклонились. Мы уклонисты. Хопочки. Добиваем. И острокрылый змеевик. Так, он себе повышает сразу же атаку. На тебе. Вот, как-то так. Крутите колесо. И получите 75. Да, 75 миллионов рыбы. Я уже подумал, вдруг все-таки перескочит. Но как бы не так. И достается всего лишь 600 тусклого янтаря. Да, скорее всего, на 3 дня, ребят, потому что прогресс 8% всего лишь.
Это можно будет чуть попозже посмотреть, в конце, когда мы уже пройдем с тобой, да? Можно глянуть. А завтра мы это событие пройдем, и сразу же начинается еще и следующее. Так, шепот смерти. Супер-пупер прокачка. А меня пугает он. Я думаю, что он, наверное, каждого пугает. Извини меня, на трех энергиях вытворять такую дичь. Лучше не допускать этого. Допустим. Так, давай-ка мы... Опачки. Ну, громобой этот так себе. Он из всех громобоев, если брать, он, по-моему, самый такой ватненький, да? Да что ты будешь делать? Опять шепот смерти. Да, пускай немножко другой, но это их сородич. И они самые такие противные. У них атаки жесткие. Поэтому их лучше сразу уничтожать. Ну что ты там фыркаешь? Фыркает, он стоит. На. И добили. Ну-ка, посмотрим. Оу, прилив сил. Но это мне не помешает. Прилив сил на дальнейших босяцких 100% нужно. Я вот просто думаю, блин, 90 железа мы с тобой заберем. Нам потом эту дровницу с лоханью прокачивать. Вот после того, как мы прокачаем, когда у нас будет там очень большой, как бы сказать, объем хранения ресурсов, вот тогда, мне кажется, выгодно качать уже наших драконов. Потому что, ну сейчас, я не знаю, ребят, и прокачка заниматься, и собирать железо, ну это нецелесообразно, согласись. Так, кого тут, интересно, лучше-то бомбить? Я даже не знаю, они меня, честно говоря, в такую смуту в такую поставили. Я даже не знаю, кто из них тут и на что способен. Вау, я вижу, что они кусают очень так добротно. Этот Хофер-то всем известен. Так, ну-ка, раз-два. Мы хильнемся. И что ты сделаешь? Оу! Ничего себе, ты видел? Вот так вот. Вот так, ребята, он делает. Два таких мощных залпа. То есть, если он вдруг будет боссом или еще кем-нибудь, надо будет его в первую очередь сносить. Потому что нифига себе, такие две мощные атаки во фаербола. Я с таким раньше не встречался, поэтому он как бы для меня в диковинку. Ну, порадуй чем-нибудь. 50 миллионов древесины. Это так себе радость, если честно. Это даже не радость. Утешительный приз. Ну и загадочный пак. Тоже как утешительный приз. У нас с тобой две энергии остается. Получается, мы с тобой приходим первый поединок, второй, забираем 1500 рун. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Да, друзья мои, нам еще, помимо вот этого раза, что мы с тобой сейчас деремся, еще два раза надо будет по 5 энергии сливать. Так что вот такие пироги. Значит, завтра, скорее всего, нам придется этот проходить дальше. И еще следующее будет уже готово. Не, ну, нам-то, вот лично мне это хорошо, потому что на этих событиях мы, по крайней мере, можем с тобой получать неплохо ресурсы. А если бы у нас был еще премиум пак, мы бы могли бы с тобой бы вдвойне больше получать ресурсов. Так, хорошо. Пока тут по две волны, ребят, все отлично. Смотри, какие, да? Ужас смерти, он как выглядит. Один, видимо, титан. А, тут еще и этого, я и не заметил. Он слился с этой славой. Я его и не увидел, ё-моё. Как бы эта ошибка сейчас мне не стоила кому-нибудь жизни. Нет, ну на трех энергиях он не бомбанет так сильно. Но в дальнейшем надо будет это учесть. Так-с, вот что тут? Тут, наверное, хильнемся все-таки. Тут хильнемся, потому что вот он будет тратить энергию, он потратил, хорошо. А этот, как всегда, кусь-кусь. Ну, он промахнулся, он не туда даже стал атаковать. Это нам только на руку. Кусаем, просто кусаем и все. Ну что, крылатый ужас, давай, чем делай. Заморозку, естественно, понижение атаки. И отсюда все вытекающие, что мы его с тобой сейчас уничтожим. Ну, я считаю, это как бы лояльно, ребят. Вот, серьезно говорю, лучше пускай он понижает атаку и защиту и замедляет, чем какой-то супермощный удар.
Ну что, давай дальше крутить, смотреть, что нам выпадет. Опять что ли древесина? Да ладно, давали бы хотя бы там, я не знаю, по 120 миллионов, а то по 50. По писюльку, так сказать. Ладно, тратим с тобой последнюю энергию. Что у нас там? Одушитель, дым дышащий. В общем, два брата-акробата. И опять же, пока еще две волны. И слава богу. Лучше бы оно так и продолжалось. По две волны. Потому что, когда по три, это долго. Да еще там надо уже, как говорится, не расслабишься. Там каждая, ребята, единичка здоровья на вес золота. Так, ну-ка, шмякнем. Хорошо так шмякнули. Добротно, да? Естественно, он пошел атаковать, у кого защиты нет практически. Опачки. Так, ну что, наверное, будем хил делать сейчас. Давай сюда. Сразу хиляемся. Бабах. Добивка. Ну, Громоли сейчас может что сделать? Фаербол бомбануть. Если захочет. Не знаю, будет ли он это делать. Но этому, по-моему, крышка. Сейчас кривоклык, да. Ну, а Громоль что остается? Только лишь атаковать, поэтому мы его вот так вот. Шикарно. Ну, еще лучше, 25 миллионов рыбы. Ну и 1500 тусклого янтаря, как я тебе и говорил. Все, забираем. 406 миллионов древесины. Кстати, мы можем с тобой кого-то отправить. Кого-то можем отправить. Так, у нас вроде бы пак здесь есть. Давай, давай, вскрывайся. Это кто у нас там? А, змеевик. Злобный. Ну, мы его сейчас, наверное, просто отдадим. Отпускаем на свободу. Пускай летит. Так, 411 миллионов. Так, вернись, пожалуйста. И лети. Лети нам за железом. Ну и по большому счету получается, что на сегодня все, как бы, да? Одна древ, это все понятно. Тут три дня, ну нам за глаза и за уши. А, это будет три дня, он доступен. Грубо говоря, для нас он будет доступен всего лишь два дня, потому что... Нет, 3 дня, потому что здесь 11 часов откат, да, а тут 13 часов, вот как бы минусуется. 3 дня у нас на то, чтобы пройти это похищение драконов. Ну, а здесь аж целых еще 4 дня, 13 часов, поэтому в любом случае это событие будет пройдено. Ну, я надеюсь, по крайней мере. Хотелось бы, не тратя наших рун, которых у нас и так очень мало, они нам нужны. Так, и предположим... Вот, предположим, кого можно... Да тут не хватит денег, ребят. Точнее, не денег, а ресурсов. Даже если ты кого-то пойдешь отправлять прокачивать. Ну, это... Ну, смотри, 29,6 миллионов. Ну, это 74 уровень. Ладно, пускай летит. Лети! Лети тоже. Чтобы академка просто была занята чем-то. Какой там уровень? 109 миллионов. Побежал. Так, у вас тут ничего нету вкусненького. Так, это у нас за железом. Ну, в принципе, наверное, ребят, пока и все. Блин, тут еще два дня. Да, получается, больше нам пока заняться нечем. Копить надо, сам понимаешь, железо. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.